Всем привет, с вами Наталья. Сейчас покажу бьюти-гаджет от Faberlic. Многие даже не обращают внимания на них в каталоге, а очень зря, они очень эффективны. Они заменяют поход в салон красоты, то есть это такие специальные приборы, которые работают на уровне теплового режима, на уровне режима света, вибрации и так далее. И такая серия домашних тренажеров для кожи тела и лица позволяют достичь быстрых результатов. И вот я к 8 марта заказала себе, я очень-очень хотела. Вот такой он красивый, смотрите, в какой тут коробочке. Я даже сегодня, вот видите, в образе специально таком тоже вот нюдовом, розовеньком, потому что все приборы очень красиво вот эти выглядят, они в таких коробочках идут розовеньких, а в таких вот. В общем, здесь снимаем колпачок, я дальше покажу уже в его действии. И самое главное, что его можно использовать не только под глаза, смотрите, сколько можно вариантов использования, и чтобы вот где рот, да, где щеки, под глаза и даже межбровку и лоб разглаживать. То есть он такой многофункциональный. Очень интересно. Здесь два режима получается. Так, про вот этот массажер я расскажу отдельно позже. Будет вообще отдельно про него петь оды ему, потому что я в него просто влюбилась после применения. Это прям моя теперь любимочка. И вот этот вот скин, да, он такой тоже розовенький, красивенький. Смотрите, какая красота. Вот эта штучка снимается. И здесь вот такое, как ракушечка, знаете, такое приятное-приятное, как на ощупь штучка. Здесь получается, что про него написано. Так. Значит, он получается, так, про него, значит, у него здесь три, получается, светодиодных, синий, зеленый и красный. Обладает уникальной вот этой формулой для моделирования контуров лица, шеи, миостимуляции и очистки даже кожи. Сочетает действие ионов всяких разных, тепловое воздействие еще и именно световое. То есть ускоряет регенерацию коллагена, восстанавливает эластичность кожи, делает кожу более упругой. И еще такой разогревающий массаж идет, который улучшает текстуру кожи, делает кожу более плотной. Очищает поры, кстати, и поверхность от загрязнений. То есть здесь красный, синий и зеленый спектр. Все с вами сейчас попробуем, все покажу. Боже, вот это просто бомба, я просто влюбилась в эту штуку. Девчонки, вот 100%, кто хочет похудеть к лету, кто хочет иметь красивую фигуру, избавиться от целлюлита, от какой-нибудь апельсиновой корки, в общем там, привести свою фигуру в порядок, успевать, если он еще есть. Я не знаю, его разбирают моментально, даже отзывы на сайте были написаны, что когда он поступит, когда он начнется уже в продаже, потому что шикарные отзывы. Одна девушка купила, тут же подруга захотела, подруга купила, там, блин, сестра захотела, в общем, их скупают просто моментально, и я понимаю, почему. Теперь я поняла, почему он шикарный, просто я сейчас объясню. Во-первых, этот приборчик, он массажер для тела, помогает сделать кожу более подтянутой, упругой, помогает избавиться от целлюлита, предотвращает его появление, между прочим, предотвращает появление, улучшает кровоток, лимфоток, разбивает избыточные жировые накопления в подкожном слое, выводит лишнюю жидкость, боже, что, все, что нужно, улучшает общее самочувствие. Так, и здесь, получается, ролики вращаются на 360 градусов, при движении мягко захватывают кожу, имитируя легкое пощипывание. И вот этот массаж, он улучшает циркуляцию крови, да, и за счет этого повышается эластичность кожи, избавление от целлюлита, уменьшение отеков. И, кстати говоря, смотрите, здесь можно и массажировать и руки, и шею, и самое главное, наши женские проблемные участки, это живот, бедра и ноги, да, девочки? Конечно же, и можно все это массажировать. Я вообще обалдела, честно. Блин, девчонки, берите, я серьезно говорю. Если он есть, потому что такое точно к лету разберу. Сейчас я вам покажу, что это за вообще волшебная штучка. Просто вот сколько у меня было всяких массажеров таких, знаете, вот в Фикс-Прайсе везде продают антицеллюлитных. Вот это просто бомба. Девочки, это бомба, поверьте мне, я пробовала многие. А многие, они, знаете, как, короче, ими неудобно пользоваться, я их потом забрасывала, мне они прям не нравились, это я прям буду пользоваться с удовольствием. Смотрите, во-первых, какая красота, здесь написано Faberlic, эксперт, да, вот, смотрите, боже, боже, и вот эти вот шарики, так скажем, они вертятся на 360 градусов, и самое главное, вот, когда делаешь на ноги массаж, смотрите, они прям такой захват делают. Мало того, что это очень нежно и мягко, очень приятно. То есть не как вот обычные, знаете, такие, где, не знаю, как это объяснить, но, в общем, не нравились мне вот эти вот массажеры. Это любовь с первого взгляда.
и с первого прикосновения, потому что он, во-первых, очень нежный, очень приятно массирует, очень приятно, но при этом он действенный, потому что вот эти вот на руке как бы не покажешь, это лучше на ноге показывать, как говорится, не знаю, смогу ли я показать вам на ноге, на животе тем более. В общем, вот эти штучки, а знаете, какой эффект создают? Они как будто захватывают кожу, особенно на животе, когда делаешь. Они просто как будто захватывают кожу и вот так вот массируют, 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 вращаются и массируют. Очень классная штука, шикарнейшая, девочки. Прям берите, можно шею, да, ну что там можно еще, руки, руки, у кого вот эти проблемные места. В принципе, у меня тоже они всю жизнь... Боже, даже через кофту ощущается, даже через кофту я чувствую вот этот массаж. Обалденный, слушайте, вот эти места. Так, что там еще можно? Руки, шею, боже, что там еще можно помассировать? Живот, конечно же, бедра, вообще обалденная штука на ногах. Попробую все-таки показать, я, как говорится, в шортах. Вот смотрите, как оно действует, смотрите, как круто. Вы видите, как оно захватывает полностью кожу? То есть это очень крутой массаж, оно прям захватывает кожу. И это, а знаете, как присоска такая, как вот... были, господи, банки, когда ставят, вот раньше в моем детстве ставили банки, вот эти вот, как это называется, господи, стеклянные банки, вот то же самый эффект, вот оно как прилепляется, знаете, а, кстати, между прочим, от целлюлита очень часто делают вот такие процедуры, как баночные присоски вот эти вот, и вот он, смотрите, какой захват идет, видите, он как присасывается, как будто, прям кожа как присасывается, как пиявка, очень крутой массаж, особенно для ног, вот живот там, вообще, просто все присасывать. Вот смотрите. Обалдеть. Я просто в шоке от этого прибора. Рекомендую всем. Обязательно приобретите, девочка, кто хочет к лету быть прям красоточкой, стройняшечкой. Вообще, очень круто. Я бы вот сейчас час, наверное, бы стояла себе вот так, массировала, потому что мне очень он понравился. Просто очень. Теперь по ценам, значит, получается. Увлажняющий гель. В каталоге он идет 399, у меня он получился 296, ну, у меня скидка 26%, поэтому, к сожалению, вот эти все продукты нельзя заказать с моей скидкой 70%, как VIP-консультанту, это очень печально, конечно, но что делать, ладно, что так и быть, порадовала себя к 8 марта, я очень давно и хотела, реально очень давно. Массажер для омоложения лица и шеи. Он получается 3399 рублей по каталогу. Мне по моей скидочке получился 2518. 3399, 2518. Это очень выгодно, поэтому я всегда говорю, что вы боитесь зарегистрировать этот, перейти по ссылочке, зарегистрировать номер себе. У вас будет просто личный кабинет. Хотите, делайте заказы. Не хотите, но будет этот номер, потом он просто уберется и не будет у вас этого номера. Ну, то есть, здесь никто вас не призывает делать заказ. Никто там не насильно не тащит, закажи, закажи. То есть, захотели что-то заказать, зашли в кабинет под своим логином, паролем, у вас уже скидка. Вот, у меня скидка 26%. Считайте разницу. 3399 минус 2518. Разница, особенно на такие дорогостоящие предметы, так сказать, очень весомая. Вот этот вибромассажер получается для глаз и губ. По цене каталога 1999 рублей, у меня 1481 рубль получился. Тоже 400 рублей, ну, примерно 500-400 рублей, тоже хорошая экономия средств. То есть, если бы заказывала, допустим, у консультанта, ну, это было бы очень дорого и мне накладно. Вот, а давайте будем сейчас пробовать эти два остальных прибора с... А, господи, моя любовь-то вот эта, любимочка моя теперь, блин, вообще шикарная штука. Недаром про нее столько отзывов хороших. И я, в принципе, не знаю, как-то в каталогах ее не было, это был в прошлом каталоге. Я даже не знаю, идет он в этом каталоге или нет. В прошлом он как-то попался мне на страничке, и все, я поняла, что да. Это то, что нужно для лета. Тоже по каталогу 1199 рублей. Мне по цене консультанта со скидкой 26% 886 рублей. Получилась вот такая няшечка, такая милота, такая шикарная, шикарная штучка, которой я буду пользоваться с большим удовольствием. Так, ее мы разглядели, рассмотрели. Теперь сейчас будем пробовать вот эти средства, которые у нас... Но для этого мне нужно нанести гель. Одну минуточку. Гель наносим тонким слоем на весь участок, где мы собираемся прорабатывать его. Ну, то есть, если нам нужна область под глаза, то наносим под глаза. Если нам нужна область под... Кстати, очень приятно пахнет. Знаете, в Faberlic уже есть такая серия. Похожий аромат. Приятный такой, нежненький аромат. Вообще, абсолютно не,
Неброский какой-то, цветочненький, такой хороший аромат. Сейчас посмотрим, как с этим гелем эти средства будут работать. Побольше все-таки нанесу, мало ли. Ой, ну слушайте, на этот массажер я, конечно, балдею от него. Если у меня будет появляться с малышом, хотя он мне не дает ничего абсолютно делать, вот сейчас уложила и быстренько снимаю вам время, я прям буду этим массажером наслаждаться. Он, знаете, как релакс еще такой. Он прям действительно создает такой релаксирующий эффект, очень классный. Кстати, между прочим, забыла сказать, что все эти средства есть противопоказания. Между прочим, здесь не рекомендуется использовать прибор во время критических дней. Почему? Не знаю почему, но в общем нельзя. Лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, при заболевании кожи экзема, дерматит, псориаз, в период обострения акне, после пластических операций, при наличии имплантантов, слава богу, у меня нет, у меня все свое, как говорится, при тромбофлебитах, при повышенной температуре беременным и детям. Ну, надеюсь, при грудном вскармливании можно. Про него ничего не сказано вроде бы. При наличии острых или хронических заболеваний, не перечисленных в этом моменте. Так, температуры у нас нет, все в порядке. Начинаем пробовать. Так, начнем с вот этого, наверное, который для глаз. Да? Так, нужно подержать 2 минуты. Ой, да, 1-2 минутки. О, реально, слушайте, он завибрировал. Сразу красненьким таким сделался. Ну, о боже, слышите этот звук? О, господи, боже мой. Он реально жужжит. Так, а там написано, что вот здесь можно, да, потом вот эти места, так, где от него коробочка. И от него коробочка. Ага, слушайте, ой, какое приятное ощущение. Блин, в принципе, мне можно было даже тот не брать, можно было им прорабатывать. И вот эту межбровку, и носогубные. Блин, прикольно, слушайте, очень-очень приятно. Так, вначале мы делаем вот это, потом можно вот эту область прорабатывать, смотрите-ка. Вау, слушайте, классная штука. Потом вот эту область и вот эту. Это у нас будет она, сейчас скажу, что делать, массаж. Так, это все не на русском языке, сейчас найдем на русском. Ай, это не на русском, господи, где тут на русском хоть что-то есть. С помощью массажа приподнимите уголки рта, сделайте линию губ более четкой, сохраните обаяние улыбки. Ух ты, елки-палки. Серьезно? Угу. А вот здесь щеки и носогубные складки. Помассируйте щеки в направлении вверх и в стороны. Это улучшает кровоснабжение, стимулирует кожные клетки крови, улучшает устраняет мелкие морщины, делает лицо более подтянутым. Ну вот это понятно, что тут вот эта межбровка, да. Ну и кожа вокруг глаз, понятно. Так, с этим разобрались. Дальше, там переключается, смотрите, сейчас он синенький. То есть помним, да, каждый цвет за что-то там отвечает. Сейчас найду мой листочек. Так. Красный мы попробовали, это, как я уже говорила, разглаживание мимических морщин, микроциркуляция, возвращает кожу тонус. Сейчас у нас синий, улучшает синтез коллагена, способствует очищению кожи способствует и снимает усталость. Снимает усталость. Так. Так, теперь переключаем на зеленый. О, блин, усталость как раз на глаза, да? Так, а где зеленый? Тут два, что ли, только красный и синий. Странно, должно быть еще вроде бы зеленый. Ну ладно, все, вроде с этим мы разобрались, да? Все, выключаем этот приборчик. Дальше идем. Так, где у нас вот этот? Вот этот теперь пробуем. Вот я тоже вот его очень хотела попробовать. Но здесь точно должно быть... Так, давайте вот так прям включу. Вау, ёкарно было. Смотрите, зелененький. Что у нас там делает? Зеленый у нас успокаивает кожу, улучшает микроциркуляцию, способствует уменьшению. Боже, вы не слышите это, нет? О, господи, смотрите, у меня даже на лице какие-то отражаются зеленым каким-то светом. Короче, я так понимаю, что он работает, кстати, на шею. Смотрите. Это именно. Вау! Слушайте. Смотрите, прям здесь световая такая штука. И вот так все это делается. Ну, сейчас по цвету еще так. Красненький переключили мы на красный цвет. Красный у нас вот... Нет, неправильно делаю. Вот так вот.
разглаживание мимических морщин. Можно вот так вот проходиться, да? Надо больше геля нанести. Можно вот так вот в лоб, да? Самое главное, мой лоб разглаживать. Вот, он прям захватывает очень четко его. Очень хорошо захватывает лоб особенно, слушайте. Ой, как приятно, как классно. Никаких таких плохих ощущений абсолютно нету. Очень приятно. И синенький. Все, переключили. Теперь у нас синий. Снимает усталость. О, боже. Это просто, знаете, как в спа-салоне сидишь. Наслаждаешься процедурой. Он тепленький, блин. Вот этот синенький почему-то потеплел. Не знаю, почему. Разогрелся как-то очень круто. Не, надо больше геля, мне кажется, нанести. Как-то маловато, наверное, нанесла. Он не так хорошо скользит. Снимает усталость. О, вот этот прям горячий. Он прям вообще горячий. Я не знаю, либо синий прям горячий, либо он потом просто в процессе прибор этот нагревает. Слушайте. Здесь мало того, что, короче, такое световое, красно-зелено-синее, да, и он прям сейчас горячий, там такое тепловое воздействие интересное сейчас идет. Боже, как приятно. Слушайте, если учитывать, что у меня постоянно бессонные ночи, постоянно стрессовое напряжение по поводу того, что ребенок все время плачет, все время у нас зубы режутся, все время у нас какие-то проблемы возникают, это будет просто меня успокаивать, создавать мне такой релакс, потому что он дает такое тепло. Он просто такое тепло дает, обалденное. Обалдеть. Слушайте, это, знаете, как вот села, короче, и не надо тебе в салон красоты идти, потому что ты в любом случае не сможешь с маленьким ребенком в него сходить. А дома так вот себе такое спа устроила. Очень круто, мне очень нравится. Он очень тепленький, согревающий, очень приятный, комфортный, такой, знаете, расслабляющий. Очень круто расслабляет. Салон красоты на дому, Наташа, устроила, короче, тут себе. В общем, вот такой класс. Ой, я опять на зеленый переключила, слушайте. Ага, все, круто, слушайте, круто. Я в восторге, я рада, что я так порадовала себя 8 марта такими классными гаджетами, бьюти-гаджетами, да, что теперь я смогу ухаживать за кожей, омолаживаться, так скажем, в домашних условиях. Это очень круто. Так что, если вас заинтересовало, переходите по ссылочке, тоже покупайте со скидочкой 20%. Вот, и тоже используйте очень крутые штучки. Всем пока, спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии.